еще можно один вопрос по поводу лени, которая чаще всего проявляется, и начало, не заканчивание, ну как бы не заканчивание дел, то есть вот ты берешь за все, хватаешься, скажем так, или качество характера, это я думаю, что у многих есть такая проблема, ну по крайней мере у меня. То есть берешься, хочется, огонь в глазах, и какой-то период времени ты часть работы делаешь, и потом, ну, как бы опускаются руки, или что, ну, варианты разные. Вот. Но незаконченное дело. Вот как, может быть, проконтролировать себя, или вот на что нужно обратить внимание в своем характере? Рецепт очень простой. Больше никогда не ходить в парикмахерскую. Я вот про это. Ну да, да, я понял. Раньше крестьяне не брали девку замуж, если коса не доходила до копчика. Воины не брали девку замуж, если коса не доходила до колен. Священники не брали девку замуж, если коса не доходила до пят. Дальше надо рассказывать. Вы уже сами все поняли. Потому что это ваши антенны. Чем длиннее антенны и гуще, тем больше у вас Божьей силы. И значит, вы будете доводить дела до конца. Вы будете находить силы преодолевать лень. Потому что вы будете получать силу от богов. А сейчас нечем получать. И вы быстро, как батарейка, садится быстро. Вот и все. Включите себя в Божью розетку. Для этого нужны антенны. Вот и все. Все просто.